Доброе утро. Даже уже обед. Ага, дедушка на месте, все хорошо. А, Хаусфорен, сайрам. Сегодня 4 июля 2017 года. Саши говорит, давно мы с тобой вместе не выходили. Я говорю, конечно, даже субботний рынок прогулял. Но зато получил свои права, я потом их покажу. Да, пошли, маму. И сейчас вот мы вышли. Я I have, darling, I have curd. А, хотел мне curd купить. Но мы сегодня уезжаем в Хайдарабад, и я взяла из холодильника наш curd, чтобы не ждал он нас. Вот. Сейчас приезжает одна девушка, с которой мы были знакомы только. Но маму опять нет, маму. Ну и ладно, давай искать что-нибудь другое. Вот they have. Maybe they have gobi? Да, есть? Давайте, гоби манчжурин поедим. Тоже кёрт пригодится. Вот, но мы только с ней сейчас на немножко встретимся. Ее водитель позвонил Саши, говорит, скоро приедет. Он ее уже забрал с аэропорта. Финчики симпатичные. В клеточку. Мы думали, купим манчжурин будет быстро, но, по-моему, они готовят абсолютно свежее. Я думала, они только разогреют, да и все. Нет, они начали готовить. Making very fresh, да. Вот прямо у нас на глазах практически делают наш вот гоби манчжурин. Мы просто немножко переживаем, чтобы со временем уложиться, встретить эту девушку, ну хотя бы обняться. Надо будет у него потом для моего нового канала поучиться у него готовить, если он согласится нас поучить. Вот все, что пожарил, сейчас он нам и принесет. Свежее, свежайшее, фреш. Это гоби манчжурин, это цветная капуста в таком красивом кляре. Ой, какая красота. So beautiful. Ask one more plate. Я просто люблю еще вот кёрт класть рядом. Надо еще тарелочку. Давай, будем аппетит. Вкусно? Очень вкусно. Очень вкусно. Ну-ка. Очень. Немножечко он делает по-другому кляр, чем я делаю. Обязательно надо попробовать у него выпытать его рецепт. Очень вкусно. Цветная капуста в кляре. Идеально, просто идеально. А я думаю, чего же он так говорит, оставляй в одной тарелке. А он заказал отдельное себе. Ага, да какой красивый. Вот name this talim. Раджма, это фасоль красная с картошкой. Это дал, чечевичный суп. А раджма перченая, карри. Из гороховой муки. Такие шарики сделаны. И подливочка. Дай мне попробовать, пожалуйста, тест this curry. Вкусненько. Но перчено. Тестим. But little bit spicy. I put for me this rice. Надо будет ему облегчить его работу, его жизнь и помочь ему разобраться с рисом. Я знаю, что он как северянин, он рис не сильно любит. Больше рис любят южане. А северяне любят все из муки. Вот чапати, лепешки, пароту, парадха, лепешечка тоже слоеная. Поэтому я его не обделяю. Все, достаточно. Enough. Thank you. You can share with me this. Ага. Вот.
Потому что рис, он все равно всегда оставляет половину от того, что ему выдают. Он любит лепешки и вот все эти подливки. Вот. Ну, а это... Не-не-не, лепешку I don't want. Типа чапати, no. Чапати, no. You eat чапати. У меня свое идеальное блюдо. Вот. Приятного аппетита. Ой, а кто к нам пришел-то? Покупатель какой? Какой клиент? Или это хозяин? Хозяйский, наверное, сыночек. Ой, прямо богатырь. Так вовремя. Мы доели как раз только. Доедаем. И приехала Наташа. Очень хорошо. Прямо очень вовремя. Ага. How much? В общем, 70 и 80. 70 мое губи манчжуриан и 80 его тали. Вот прямо вот все идеально вовремя. Ни мы не ждем, ни нас не ждут. Я же ворон считаю. Меня надо защищать, конечно. Через дорогу переводить. Вот он нам от супергоспиталя позвонил. Ждем. Вот такое вот у нас такси. 4 единички. Снимать-то вас можно, если что? А то вырежу. Ну, давайте. Здравствуйте. Держите, там Саша сладости и вам подарочек надеюсь. Ой, спасибо. Саша, ливинг, где твой Вивен Митчер. Хорошо, что хотя бы успели встретиться, потому что скоро наш поезд, нам надо собираться. Спасибо. Да чего так много-то? Я ж только хлеб просила. Спасибо большое, Наташа. Ну все, давайте увидимся. Ага, пишите мне ВКонтакте. А мне Наташа написала? Да, I go home. Сколько много всего вкусненького. Да чего мне авто-то? Что ж я, барыня, что ли, какая? Рикшу он мне хочет поймать. Я могу дойти пешком. I can go by steps. Где? Да не heavy. Ну ладно. Вот. Она спросила, что привезти. Я говорю, ой, вот они, суровые индийские рикши. А Саши все торгуется. Я бы дошла, вон там нас ждем-то уже прямо. Зачем он мне этого? Я все равно тащу этот тяжелый пакет. I will go myself. Only put me outside, other side. Сколько там вас? Ага, see you. Она говорит, что привезти? Я говорю, мне ничего не надо, у нас есть все. А холодильник маленький. Говорю, ну если хлеб только, черный хлеб здесь точно. Мне такой не найти. И вот Наташа все равно привезла целую сумку из ленты, из родной ленты. Вот. А у нас еще конь не валялся. Нам надо уже скоро, через пару часов, поезд. А мы даже чемоданы еще не достали. Хотя мы там, сколько там, дня 3 останемся. Но все равно надо как-то что-то с собой взять. Мне и чайничек, и кофе, и чашечку. Это же самое главное для меня. Компьютер. Не знаю, что главнее. Чайничек с кофе
и чашечка, или компьютер. В общем, одинаково для меня главное. Не могу выбрать главнейшее. Ну вот, делов-то куча. Пройти через этот переход. Я уже почти рядом с домом. Лишь бы обезьяны не приметили мой пакет. Иначе все будет война.